Здравствуйте, приветствую вас у себя на канале. Сегодня я буду создавать модель вот такого плавничка доски для серфинга. Также покажу дополнительное использование инструмента Sweep. Задача была сделать это максимально минимальное количество шагов и добиться по возможности хорошего качества поверхности. Включу зеброанализ. Конечно, в этом месте все равно получается некоторый такой не очень плавный переход. Но визуально здесь вот достаточно неплохо. А чтобы добиться более плавного результата, наверное, стоит делать это в скульпте. Но там очень непредсказуемые результаты. Так, рассмотрим метод создания данного плавничка. Для начала я разместил картинку. И с помощью сплайнов создал вот такие вот. Такой вот эскиз. Дополнительно я создал еще вот этот эскиз, проявляется продолжением этого. Далее я с помощью инструмента Extrude в рабочем пространстве Surface экструдировал эту поверхность вверх и на ней создал вот такой вот эскиз, вот такой дуги. В рабочем пространстве Surface с помощью инструмента Sweep я выбираю здесь Pass and Guide Rail. Выбираю профиль эту дугу. Как путь выбираю эту кривую и вот эту. Посмотрим на настройки. Можно продлевать у перпендикулярной линии пути. Можно Full Extent, то есть на полную длину. Можно сделать это со стретчингом, с некоторым растяжением. Больше всего подходит для этого случая scale, то есть с пропорциональным масштабированием. Нажму ОК. Итак, я применил инструмент Sweep и получил вот такую вот поверхность. С помощью инструмента Mirror можно ее отзеркалить и получить две половинки. Небольшой комментарий по поводу вот этого эскиза. Lead sketch. В крайних точках я задал строгую вертикальность с помощью инструмента Horizontal или Vertical. Это очень важно. Благодаря этой настройке две половинки этого плавника будут сшиваться без видимого излома. Продемонстрирую это с помощью инструмента Mirror. Зеркально отображу все это вниз. Включу Canvas. Включу эскизы. Включу зеброанализ. Визуально мы не видим, что у нас здесь что-то прерывается. Хорошо. Верну наш печь. Далее. В рабочем пространстве Surface я выберу Extrude, выберу данный контур, данную линию и вот эту линию. Я создал тоже на эскизе. Проэкструдирую вниз, нажму ОК. Выберу инструмент Extrude еще раз, сниму галочку Chaining, проэкструдирую ее вверх, нажму ОК. Лишние эскизы затесались. Так, мне нужно построить одну или даже два рейла, соединив эту точку и вот здесь. Как ее получить? С помощью инструмента Split Body я выберу тело для разрезания. Инструмент. Окей. Уберу наши элементы. И что у нас получается? Выберу еще раз Split Body и разрежу его этой поверхностью. Split Body и разрежу его вот этой поверхностью. Нажму ОК. Это тело, в принципе, нам эта поверхность больше нам не нужна. Это, наверное, тоже. Далее. Create Sketch. И на этой поверхности я создам эскиз.
Выберу инструмент Spline, и у меня есть две точки привязки. Раз точка. Так. А с помощью клавиши P английской я делаю проекцию этих двух линий. И с помощью Spline соединю эти две точки. Нажму галочку. Возьму этот ползунок, перемещу его. И вот этот ползунок. Перемещу его, сделаю его horizontal. Ну, этот путь будет горизонтально, это вертикально. Далее, с помощью инструмента Mirror я зеркально ображу все это вниз. Нажму Finish Sketch. Так, верну видимость наших поверхностей. В принципе, уже можно применить инструмент Loft. Выбрать этот контур, этот и вот этот. Так, для наглядности я отключу эту поверхность. Это. Так, с помощью инструмента Loft я выбираю эту поверхность, этот контур и вот этот контур. Мы видим, что оно вот так скругляется у нас здесь. Далее я выбираю инструмент Rails и выбираю Rust Rail и замыкаю его. Подобным методом я создал здесь второй Rail. Я вижу, что поверхность немножко идет не по нему. Я выбираю Rust Rail и 2. Нажму ОК. Таких рейлов можно здесь сделать не один, а несколько, и добиться желаемого качества поверхности. Отключу эскизы. Делю все. С помощью инструмента Stitch пошью. Патч. Окей. Видим в браузере, что мы получили тело. Зебра-анализ. Вот такого качества поверхность нам здесь получилось создать. Можно повторить подобную поверхность с помощью инструментов Freeform, с помощью T-сплайнов. Но там поведение немножечко не поддается прогнозированию. Так, мы закончили моделировать плавник для серфинга с помощью инструментов Patch. Это не единственный метод, с помощью которого можно добиться подобной формы. Но это один из оптимальных способов, который у меня получилось сделать. Если у вас есть более интересный способ, то можете озвучить их в комментариях под видео. Спасибо за внимание. До новых встреч.